Теперь о мастерстве ивановского роллера Руслана Кима знают и в Ногинске. Именно в этом городе Московской области 28 июля прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Переворот». Участники из разных городов России соревновались в дисциплинах – воркаут, скейтбординг, BMX, самокат. В номинации «Агрессивные ролики» первое место досталось ивановцу. Руслан рассказывает, что после операции на спине, которую он недавно перенес, на победу не рассчитывал. Ивановский роллер опередил 40 райдеров из разных городов России. Была джем-сессия, то есть общая раскатка, она была 20 минут. Тем самым судьи решали, кто вообще пройдет финал. Потом прошли финал 9 человек вообще из 40. И потом уже у каждого было по 2 попытки, по минуте 30 секунд, и мы уже катались. То есть самое главное в моем выступлении было не ошибиться, не упасть. И я, наверное, выполнил полностью свою программу.